Ударно-волновая терапия для нашей страны – сравнительно новая методика безоперационного лечения огромного спектра травм и заболеваний. Метод молодой и в мировых медицинских масштабах. Всего 20 лет, но за это время, согласно данным статистики, у 90% пациентов наблюдался устойчивый положительный эффект. Я имею в виду не только заметное улучшение в симптоматическом плане, снижение болевых ощущений, дискомфорта, но и в физиологическом. Улучшение кровообращения, ускорение процессов заживления, устранение воспалительных процессов. И все это без какого-либо операционного вмешательства, обезболивания и возможных осложнений. К тому же процедура быстрая и не требует никакой дополнительной подготовки. В чем же заключается феномен ударной волны? На самом деле все предельно просто. Инфразвуковые волны высокой мощности направляются и концентрируются в определенных проблемных точках, существенно сильно стимулируя кровоток даже в наимельчайших сосудах, что в итоге приводит к усилению обмена веществ в нужных нам зонах. Концентрируясь в проблемных точках, местах патологических окостенений, отложений солей, ударные волны нарушают микро- и макроструктуру этих образований с последующим дроблением в течение всего курса. Именно такие свойства делают эту методику эффективной во многих сферах медицины – травматологии, урологии, неврологии, дерматологии и даже в эстетической медицине. Перечислять те недуги, в борьбе с которыми ударно-волновая терапия себя полностью оправдывает, можно долго. Но все же стоит выделить самые частые патологии. Это артрозы и остеохондрозы, лечение ложных суставов и посттравматических осложнений, боли в суставах, хронических болей в спине, так называемые триггерные точки, плечо-лопаточный периартрит. Можно выделить также положительные эффекты при асептическом некрозе головки бедренной кости, что может значительно продлить жизнь больного сустава и отказаться от эндопротезирования. Список можно продолжить также лечением пяточной шпоры, помощью в сращивании переломов. И это, пожалуй, только пятая часть из того массива болезней и травм, с которым успешно борется этот метод. Пройдя полный курс, подобранный с учетом ваших особенностей и характера повреждения, пациент получит стойкий положительный эффект с достаточно низким риском рецидива.